Всем привет! В этом видео я вам расскажу, что такое пробирка микроцентрифужная и как и где их используют. Поехали! Пробиркой микроцентрифужной является небольшой сосуд из полипропилена, либо конической, либо цилиндрической формы. Также этот сосуд имеет специальную крышку, которая защищает вещество, которое находится в этой пробирке, от загрязнений в ходе эксперимента. И именно эту крышку достаточно удобно открывать и закрывать одной рукой, что будет также плюсиком для тех лаборантов, которые работают в лабораториях и непосредственно часто с такими пробирками. И сразу также хотел бы сказать, что на этой пробирке есть ориентировочная шкала градуировки и специальное матовое окошко для заметок. Данные пробирки выдерживают центрифугирование при высоких нагрузках до 17000 G, а также их можно вполне спокойно, не опасаясь, автоклавировать при стандартных режимах. Микропробирки торговой марки XMLab производятся исключительно в соответствии с техническими условиями. Более подробно вы можете ознакомиться с документацией на нашем сайте eximlab.ua. Пробирки микроцентрифужные, также называемые как пробирки Эппендорфа, предназначены для взятия микропроб сыворотки крови или других биологических жидкостей, для их подальшего центрифугирования, хранения и транспортировки в медицинских учреждениях и лабораториях. Микропробирки представлены у нас в следующем ассортименте. Пробирки Эппендорфа торговой марки XMLab отличаются высоким качеством и доступной ценой. И в нашем каталоге вы всегда можете подобрать любые микропробирки для любых задач.